Теперь мы переходим ко второму этапу, к строительству. Я строю два города. Два. Вы помните приговор суда 2012 года за уклонение от уплаты налогов? Вон из моей машины! Убирайтесь! В Италии это ничего не значит. Это все ерунда. Часть биографии. Вы должны будете отработать один год в социальном центре. И все же это лучшее место. Кормят здесь хорошо, шкафчики есть. В Италии быть бедным страшно. Они бы лучше настоящих преступников ловили. За что меня судили? Я же постоянно работаю. Господь со мной. И главное, отчеты о вашей работе будут составлять сами бездомные. Постарайтесь проявить к ним интерес. Давай я лучше расскажу тебе свою историю. А то твоя слишком скучная. У тебя полно денег. Но так начни отстегивать всем понемногу. Ты все равно никогда не опустишься до уровня простого человека. В центре нельзя использовать несертифицированные продукты. Я тебя умоляю, да я сам поговорю с министром здравоохранения. Наконец-то вижу интересных людей. Если мы отдаем, нам отдают в ответ. Видимо, ты начал отдавать. Ну так что, мой друг, расскажешь мне, как вы приумножили эти деньги? Чтобы понять хитрожопого, нужен другой хитрожопый. За эти дни без телефона я потерял 30 миллионов. Но этой ночью я очень хорошо спал. Мы с тобой сделаны из одного теста. У тебя были другие возможности в жизни, но по сути мы одинаковые. У тебя случайно не было судимостей? Эй, это у тебя судимости, а не у меня.